Всем большущий привет, меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня мы с вами будем убирать жирок с живота, особенно с нижней части живота, и сделаем много кардио на общее жиросжигание. Обязательно пишите в комментариях, у вас уже есть новогоднее настроение или еще нет. Если нет, обязательно смотрите новогодние фильмы. А если вы хотите быстро прийти в форму после новогодних салатиков, я приглашаю вас в свой марафон похудения. Старт 15 января, и только сегодня и завтра вы получите приятную скидку. Все подробности по ссылке в описании. И начинаем нашу тренировку с активного бега, чтобы разогреть организм. Кстати, в описании под видео есть разминка и заминка. Обязательно делайте разминку перед началом. Следующее упражнение очень классно прорабатывает не только пресс, но и все тело. Старайтесь поднимать ногу как можно выше. Далее выполняем то же самое на другую сторону. Самостоятельно напрягайте мышцы пресса для лучшей эффективности. Итак, далее выполняем обратные скручивания. Эти упражнения очень крутые не только для пресса, но и для общего жиросжигания. Далее выполняем V-образные скручивания на одну сторону. Здесь очень важно самостоятельно напрягать пресс, чтобы не повредить внутренние органы. Далее у нас пружинка в боковой планке, довольно сложное упражнение, но я точно знаю, что вы справитесь. Ну как вам, понравилось? Делаем то же самое на другую сторону. Да-да.
Далее выполняем упражнение «Скалолаз», напрягаем пресс и подкручиваем таз внутрь, чтобы избежать давления на поясницу. Ну что, попрыгаем? Далее у нас вертикальное скручивание с прыжком. Далее выполняем скалолаз 4 раза и скручивание в бок паук 2 раза. В следующем упражнении велосипед. Постоянно прижимаем поясницу к полу, следим, чтобы она не отрывалась ни на секунду, и напрягаем пресс. Не время расслабляться, встаем и делаем пробежку 30 секунд. Далее выполняем русский твист, пресс держим напряженным, если вам слишком легко, можно поднять ноги вверх. Поднимаем ноги вверх и играем в ладушки. Старайтесь дотянуться до носка. Следующее упражнение у нас статика, удержание пресса. Напрягайте пресс, а поясницу прижимайте к полу, чтобы она не отрывалась ни на секунду. Summer's end, and you feel bad.
Ну как поживает ваш пресс? Далее выполняем прыжки со скручиванием. Далее скручиваемся, напрягаем пресс и поочередно опускаем ноги вниз. Завершим нашу тренировку скручиваниями плюс бокс. Представляем себя боксером и выполняем подъемы корпуса. Отличную тренировку, она была поистине жаркой, потной. И я уверена, что у вас тоже горят мышцы пресса. Делайте эту тренировку через день, и уже через неделю вы увидите первые крутые результаты. Не забывайте питаться правильно, ссылка на программу питания в описании под роликом. А мы встретимся с вами в следующих видео или на марафоне. Пока!